Радует моя повседневная работа, что я еще могу себя обслуживать. Это меня очень радует. Радует мне общение с моими подружками, которые с соседями. Я очень этим довольна. Когда в тайгу уезжаю, тогда мне радуется. В тайгу ездите? Да. Как часто? Я лучше к Агафье Лыковой уехал бы жить. Да? Там пенсию не надо, ничего не надо. Все хорошо. Сейчас в данный момент идем вот с сыном домой. Он пошел на туризм. Да? Да. Новый кружок в этом году. Не знаю, когда поход будет, думаю пойти. Ну, приехал. Да, второй. Маленький. Сколько их у вас? Ну, два. Старший занимается, да, и учебой. Ну, этот еще маленький, ему 9 только месяцев. Занимаюсь фитнесом. Да? Давно? С ребятишками, ну, приличненько так. Вы учите или танцуете? Нет, я фитнесом занимаюсь, а детей готовлю к школе. Все классно радуют, приходят, говорят, занимаются, говорят, пойдем чай пить. Да? Конфету даешь, 3 раза быстрее занимается. С вахты приехал, сейчас отдыхаю, в отпуске нахожусь, так просто прогуливаюсь, все. А активного шикового отдыха нет, потому что на вахте приходится работать очень серьезно и долго. Живем сегодняшним днем, это все, что радует. Сегодня прожили хорошо.